как только мы все начнем слушать Христа, вы знаете, что у нас настанет полная гармония и баланс? Вы знаете, это так революционно было, что некоторые даже не поняли, как это, без брата Степана служить? Да. Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. Он не сказал, какая-то жирная овца знает голос мой, а все остальные будут бегать вместе с ним. Библия говорит, кто-то зашевелился уже, да, вижу. Все нормально, все нормально, все нормально. Я предупредил, поэтому, если что, все, держи себя в руках. Смотри, и он не сказал, жирная овца, вот та, под названием епископ Кондрат, будет знать мой голос. И потом эта жирная опухшая овца, она будет говорить всем моим бекальщикам, вот там вот, что говорить. Написано, овцы все знают голос мой. Кто-то слышит меня, нет? Все овцы знают голос мой. Итак, твоя задача познать голос Бога. Я тебя не имею права вести к Христу, я имею право указать. Все. Решать тебе самому. Кто-нибудь когда-нибудь углублялся, что такое учение николаитов? Помните, в Библии написано, объясняю, я немножко просто кину такую одну фразу. Это так, мы в автобусе говорили, я хочу, мне, ну, что-то, мне нравится это. В Откровении написано, я ненавижу дела николаитов. Знаете, что такое николаиты? Многие не углубляются, потому что, ну а зачем нам углубляться? Брат Кондрат все расскажет. И расскажу. Очень просто. Слово николаиты состоит из двух корней, которые превращаются в одно слово. Ника и лои. Ника, лои. Николаиты. Это потом уже добавили. Итак, ника – это власть, лои – человек. Власть над человеком. Контроль над людьми. Вы знаете ли, что мы живем сейчас, все наши деноминации церкви в основном живут в период николаитов, управляемые духом николаитства. Контроль, тотальное рабство над разумами, жизнями и судьбами людей. Алло! Алло! Бог говорит, я ненавижу дела николаитов! Бог говорит! Вы знаете, что Он всего лишь несколько раз в Библии говорил, что Он что-то ненавидит? Одна из вещей, если ты когда-то встречался с человеком, с рабством, со структурой, это дела самого Люцифера. Беги оттуда. А как же мне идти? В Библии написано, даже младенец пойдет тем путем и не заблудится, потому что Бог будет с ним. Кто-то понимает меня? Ты знаешь, почему мы блуждаем? Потому что мы все слушаем людей. Должно подняться покорение. Вот как тихо настало. Потому что мы настолько отравлены, зараза и николаитство, мы настолько отравлены демоническими движениями под названием церковное движение, что мы даже не понимаем, что Бог хочет общаться лично с тобой, с тобой и с тобой. Лично! Он ненавидит всех посредников. Он разорвал собственноручно сверху донизу занавес сам, потому что Он хочет быть с тобой. Нормальное вступление, да? Приготовьтесь, дубль 2 идет. Итак, лаборатория Люцифера. Очень давно, это было у всех, но это был мой момент, обычно мне Бог говорит через очень уникальные ситуации. Я, вы знаете, в основном у всех людей, в основном у большинства людей лежат, мы ложим с вами фрукты в холодильник, так? Ложим фрукты в холодильник. А почему мы ложим фрукты в холодильник? Кто-то может сказать? Чтобы они не пропадали, да? Правильно? Чтобы они не пропадали. Я вытащил фрукт с холодильника, положил его на стол и пошел вниз в свой офис. Это было давно. Потом, завозившись в офисе, я забыл. Буквально через несколько дней, 2-3 дня, я просто ходил и смотрю, лежит на столе что-то отвратительное, и вокруг него летают мошки. Я такой, вау, 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 вау. Что произошло? И вы знаете, фрукт пропал, да, он должен был пропасть, это его функция пропасть. Но у меня зародился вопрос, откуда взялись мошки? Их не было. Знаете, вот американцы говорят, это фруктовые, fruit flies, да? И меня задался вопрос,
Откуда? Беру замочку. Их не было. Я не повесил. Провел эксперимент еще чуть попозже, на полупропавших помидорах. Знаете, они пропадают, все равно выкину. Проведу эксперимент. Положил, не было мошек. Через день, на, летают. Думаю, интересно, откуда мошки? И потом, немножко изучив этот момент, не везде нравится ковыряться, оказывается, мошки внутри каждого фрукта уже есть. Стоп. Слушай меня очень внимательно. Знаете ли вы, что это просто бактерия, которая лежит, не развиваясь? Все нормально, мы с вами много этого съели, не переживайте. Мошки в виде бактерий уже находятся во фрукте. И только фрукт, овощ, попадает в правильную атмосферу, в атмосферу гниения. Мошки, они начинают вылупляться, а возрождаться изнутри. Бактерия подпитывается пропавшим фруктом, и они выходят. Когда я приехал в Америку, я купил машину. Знаете, как всегда мы берем убитые машины, не разбитые, подтверждаю, убитые. И я взял убитую машину, думая, она дешевая такая машинка, вот брат Хохол посоветовал, а бери, все нормально, потягнешь вот тут, а и нормально все. Я понял, что это вообще какая-то фонарь какой-то. Взял машину, потом думаю, да, буду делать. Ага, буду, два раза буду. И потом, знаете, как всегда, ну, как нормальный, честный человек, купил запчасти. И они, знаете, запчасти, они вот, крыло купил, это как так. Купил крыло, в гараж не было ставить. Думаю, начну завтра. И поставил крыло. Не начал я ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Потом понял, что машина настолько страшная, что мне пришлось ее просто кому-то продать по дешевке, потому что братья мне насоветовали, ну, добра много в жизни. И потом, как я узнал, сколько оно будет стоить, что лучше взять вообще нормальную машину и с этим дерьмом не связываться. Ну, я думаю, все были в таком благословении, не раз, не два, может быть. Кто-то в таком благословении сейчас катается. Продав машину, я абсолютно забыл за это крыло. Оно стояло под доской. Я доску поставил. А кто его знает? Переезжая с дома, мы начали, знаете, наводить порядок как у дома, потому что дом был арендованный. Я открываю доску, смотрю, крыло стоит. Но оно совсем было не такое, когда я его ставил. Оно было сожранное ржавчиной. И братья все улыбнулись, сказали, аминь. Мы с вами только... Вы знаете, что мы с вами... Мы чиним с вами только то, что поржавело. Когда нормально, у нас что-то руки не доходят. Ну, чтобы оно сгнило, сдохло, поржавело, и потом я работаю. Ну, это наша натура такая. Мы не стелим трубы, пока не постелили асфальт. Это в крови у нас, понимаете, да? То есть это жизнь такая. То есть... Приехали, знаете, катки стелить асфальт, и кто-то с окна кричит, стоп, а что? Еще трубы не стелили. Смотри. И я, меня задался вопрос, откуда... Все проржавело. Оказывается, ржавчина уже находится внутри каждого металла. Кто-то понимает? Ты знаешь, что если ты не будешь ухаживать за своими зубами, гниль уже находится в твоих зубах? Давай не будем про зубы. Я зубной техник, извините, что туда крутит. Смотри, ржавчина была уже там. Я открыл, я думаю, ничего себе. Оно было настолько проржавевшее, даже до безобразия. А оказывается, всего лишь, что нужно металлу, это попасть в правильную атмосферу, и все начинает гнить. Смотри. Итак. Вы знаете, что Царство Божье находится внутри каждого рожденного свыше. Ты чувствуешь, когда иду, да? Проблема в том, что оно не действует. У нас. И все сказали. Ну, по крайней мере, три честных человека. Нам нельзя говорить, что оно не действует, потому что мы будем казаться идиотами. Не переживайте, мы все идиоты, давайте уже признаемся. Ничего не работает. И начнем с нуля. Знаете, нам сначала нужно выбить хрень с головы, дойти до нуля, и потом, может, что-то в нашей жизни начнется. Знаете, церкви надо до нуля опуститься. Она долго, у нее долгий путь. Признать, что у нее ничего нет. Нет, вы не верите. Вы подойдете сейчас в любую церковь, в которой там столько запаковано всякой дряни,
доктрин, правил, уставов, членств, каких-то сборов. Они это сделали, чтобы скучно им не было. И когда ты придешь, им задашь вопрос, говорят, нет. Вы знаете, что им надо лет 100, чтобы к нулю прийти? Бог работает с честными людьми. Итак, Царство Божье находится внутри нас. Что сделать, чтобы оно вышло? Ведь Библия говорит, из чрева потекут реки воды живой. Вы знаете, я заметил одну вещь. Чтобы лес рос и развивался, его нельзя трогать. Проблема у нас. Мы пытаемся с вами все подрезать и исправить. Мы не можем дать лесу быть лесом. Отправить его лесом. Нам все нужно поправить. Смотри, куда я иду. Итак, как в каждом фрукте есть уже заложены какие-то элементы, чтобы что-то произошло, должна произойти смерть. В металле есть ржавчина, во всех элементах. Если ты найдешь момент, и ты поймешь, что все в этой жизни зависит от атмосферы. Кто-то понимает меня? От атмосферы. Объясняю. Плесени нужно, чтобы было темно и сыро. Другим нужно элементам нужно солнце, кому-то нужен дождь. Всему вокруг нас нужна правильная атмосфера. Знаете, почему ничего не получается у семени? Не потому, что семя плохое, а потому, что его по сей день не поместили в правильную. Слушайте внимательно, потому что то, что я сейчас буду говорить, это для взрослых. И только взрослый, признавшийся честно, что у меня ничего нет, он может понять эту тему. Если ты еще в иллюзии того, что это церковь от Бога, это все от Бога, очнитесь. Некоторые люди говорят, Бог, приди в нашу церковь. Стоп, разрушаем эту дрянь прямо сейчас. Бог из своей церкви никуда не уходил, и ты только что доказал, что это не строение Бога. Нет, вы не поняли это откровение. Скажите мне, все, что сотворил Бог, даже в природе, из него Бог вышел, жизнь вышла. Объясните мне, куда из наших церквей ушел Бог? Это не наши церкви, это не тот Бог, и это не то вообще. И только человек сейчас вне маразма религиозного может даже услышать меня. Потому что если у тебя есть лимит и контроль, ты даже не сможешь услышать меня, я буду раздражать тебя. Кто-то понимает, о чем идет речь? Слушай меня внимательно, предупреждаю, тема для взрослых. Итак. Царство Божье внутри меня, внутри тебя, внутри каждого рожденного свыше. Что произошло? Вот об этом сегодня и пойдет речь. Князь этого мира, то есть сатана, зная, что если ты и я попадем в правильный климат, мы обязательно дадим плод. Объясняю. Бог создал церковь так, что она не может не приносить плод. Объясняю еще раз. Церковь Богом создана так, что она сама по себе будет приносить плод, и это будет взрываться. Факт того, что ты сейчас не можешь приносить плод и делаешь все возможное, говорит и доказывает, что ты находишься не в своем элементе и не в своей атмосфере. Ты тут? Или я или через перескочил? Нормально? Ты здесь? Господь, дай нам мудрости. Дай нам успевать, потому что тема такая большая. Не теряйся, будь со мной. Итак, я еще раз тебе говорю, не надо мне доказывать, что ты там, ты кощунствуешь, но что в церкви есть Бог. Стоп! Ты вот то здание называешь церковью? Церковь — это ты, собирающаяся в здание, чтобы пообщаться. Итак, вы не ходите в церковь, вы ходите в здание, где встречается церковь для общения. Термины поменяем. Это не церковь. Это избушка, где собирается церковь. Окей? Точку поставили. Хорошо. Итак, скажи мне, почему ты, если у тебя есть свой дом, свой участок, каждую весну вытаскиваешь бензопилу, косилку, ножницы, триммеры и пошел все кустики. Чик-чик. Почему?
ты пытаешься контролировать природу. Ну, я не имею в виду, что это плохо. Это плохо в смысле, если это делает Бог. Объясняю. Если ты оставишь природу в покое, то у тебя через некоторое время и на крыше будут расти елки. Гарантирую. Даже есть. Я вот специально вот фотку выставлю. Серьезно, вот выставлю фотку и все. Если ты оставишь лес, ты знаешь, что природа создана Богом так, что к ней нельзя прикасаться. Прикоснувшись к ней, ты нарушаешь дизайн дизайнера. Я не говорю о том, что нельзя подтримать елочки, нельзя там красиво все делать. Я говорю о том, что это уже ты приложился, и это уже твой момент, но это не момент Бога. Вы знаете, как может развиться все, не прикасаясь к этому вообще? Что создал сатана? Слушайте внимательно. Некоторым кажется, он завел меня в грех. Я теперь вот в грехе. Стоп, с грехом покончено 2000 лет назад Христом. И тебя никто не спрашивал, с этим просто покончили. И тебе просто сказали, ты свободен, Господь, я грешу. А ты свободен даже от того, что ты будешь грешить. Окей? Покрыт грех прошлый, настоящий и будущий. Окей? Так что это мне грешить? Нет. Это говорит, это только что ты доказал, что ты идиот. Это что, если папа мне простил на стенах рисовать, это что, теперь можно проекты рисовать? Стоп. Ку-ку. Это говорит о том, что даже если у тебя будет падение, или ты ножку поцарапаешь, то папа тебя не проклянет и анафеме маранафе не предаст. Окей? Окей. Идем дальше. Итак, сатана, зная... Вы знаете, что сатана увидел, как работает настоящая церковь? Ребят, предупреждаю, часов нет. Я буду вечный сегодня. Вот если не выставляются часы... О, ля, есть. Вообще. Аллилуйя. Хорошо. Я всегда предупреждаю, если часов нет, то все. Вы меня можете ловить потом уже на небе. Тема будет очень длинная. Князь этого мира, то есть сатана, знает, что если ты и я попадаем в правильный климат, мы обязательно дадим плод. И царство явится. Иисус сказал, царство Бога внутри нас, но как же его достать? Как же заставить его действовать? От Иоанна 12:24. Слушай внимательно. От Иоанна 12:24. Истинно говорю, если зерно пшеницы не упадет в землю и не умрет, то оно останется одно. А если упадет в землю и умрет, то принесет множество зерен. Вы думаете, что дьявол не знает и не слышал этих откровений? Слушай меня внимательно. Будь свободен в своем мышлении, потому что ты не поймешь эту тему. Это совершенно, это то, что ты не слышал. Поэтому нету оттолкновения от чего-то. Итак, у сатаны проект. Я это докажу с Библии, не переживай. Его проект не ввести тебя в грех, не остановить церковь. Настоящую церковь остановить нельзя. Его проект оставить фрукты в холодильнике и не допустить их до натурального процесса гниения. Ты не понял? Еще раз объясняю. Кто-то, вы здесь? Его смысл, он знает, что если тебя оставить так, через тебя вытечет слава, и ты дашь плод. Ученики не делали ничего. Он просто вышел и сказал, покайтесь, братья. И 3000 братьев покаялось. Царство Божье, оно имеет эффект. Дорогие мои, то, что ты сейчас что-то хочешь делать, доказывает о том, что ты не в правильной атмосфере. Когда ты в правильной атмосфере, ты не можешь этого не делать. Оно течет из тебя. Скажите мне, когда Библия говорит, и из чрева потекут реки воды живой, стоп, объясняю. Там написано, через пост протекут реки. Слушай, вы знаете, замечайте то, чего не написано, иногда то, что написано, иногда то, что не написано, прячется. Это значит, что как ты не начнешь эту реку, ты ее не сможешь остановить. Кто-то понимает? Успеваешь за мной? Хорошо. Итак, дилемма. Оставлю этот фрукт, он сам по себе размножится, умрет, даст, и это уже не будет одно яблоко, это уже будет яблоня, и в процессе будет сад яблонь, который заполонит всю землю, если оставить без контроля. Кто-то понимает? Оно само по себе все сделает. Природа Бога создана так. Она один раз, в нее вдыхается жизнь, и пока он не заберет жизнь, остановить ее невозможно.
это доказывает, что все, что сейчас, основная часть того, что сейчас называется христианством, церковью, не является творением Бога вообще. Это дело рук духа Николаитов, контроля над массами людей. Кто-то понимает? Мы все рождены Богом слышать Его. Овцы мои слышат голос мой. Нигде не написано, овца моя слышит голос мой. Все овцы рождены Богом слышать Его голос, голос пастуха. Каждый из вас. Иначе мы с вами никогда в жизни не состоимся как невеста. Знаете почему? Нам очень нравится движение Николаитов, потому что нам очень просто быть в рабстве у какой-то кучки людей. Нам нравится. Мы привыкли не использовать свое серое вещество. Нам нравится, когда брат Кондрат что-то там пукнул, и это стало истиной. Окей? Все нормально, некоторые люди, если ты не говорил эти слова, я бы тебе слушал. Стоп. Эти слова являются барьером для тех... Понимаешь, смотри, когда я сказал «хрень», это как фаервол, знаете? И религия, она не пройдет через это слово до откровения. Поэтому Бог специально зарядил меня этими словами, чтобы некоторых не допустить в суть откровений. Ты с хренью и останешься. Твое откровение до конца твоей жизни. Я не могу поверить, что он это сказал. Конечно, все. До свидания. Наша проблема в том, что мы не позволяем Богу довести наше «я» до полной смерти. И именно это является препятствием для явления Царства Бога на этой земле. Кто-то понимает меня? Мы не даем довести наше «я» до полной смерти. Это является нашей проблемой. Мы хотим мира, мы хотим того, что в мире, и еще по ходу дела мы хотим Царства Божьи тоже. Ну как, а что нам теряться вообще-то? Гулять-то гулять. Целью Люцифера стало любым путем не допустить семя в процесс гниения и разложения, в конце концов, смерти, а затем реального плода. Дьявол знает. Вы знаете, почему так легко управлять людьми? Вы знаете, что нами, глупенькими, тупенькими, безмозглыми, с нашего рождения легко управлять и контролировать? Легко. Вы не поняли меня. Очень легко. Ты думаешь, сатана не добрался до Библии? Ты думаешь, сатана не добрался до образа церкви? Ты родился уже в то, что тебе передали. Ученики жили без Библии, они основывались только на его голосе. Я не говорю, что Библию не надо, я ее читаю каждый день, я наслаждаюсь ей. Но ты должен понимать, что дьявол уже и в Синод добрался, и там поработал. Синод был переведен, обществом синодальным, да, синодом для Петра I, и он контролировал каждым словом, чтобы управлять лаптями в России. Окей? Лаптями — это вот этими, лопухами. Окей? Лопухами. Итак, у нас получается дилемма. Нами глупенькими, тупенькими легко управлять. Одна история. Смотрел. Я так скажу, и недавно смотрел по каналу, и также у меня и был один друг, у которого было это в жизни. Самое интересное, что и примерно эти ситуации, наверное, может, даже у вас у кого-то это случалось, или вы знаете таких людей. Ситуация такая. Сирота, которая была с самого рождения, воспитана родителями, не зная, что это их настоящие родители. Этот ребенок всю жизнь думал, что это его настоящие родители, пока они в 18 лет не посадили его и не рассказали ему правду. Дорогие мои, я еще раз вам доказываю, когда мы с вами рождаемся, мы не ставим ничего под вопрос. И вот это наша страшнейшая проблема. Мы с вами заглатываем все, что нам сказали. Это церковь, это Бог, это брат Кондрат, это вот это помазанники Божьи, вот это учение и вот это Библия. Я открываю 10 переводов Библии, и некоторые из них даже противоречат друг другу. Кто-то из вас читал хотя бы 3 перевода Библии? Вот. Полностью одно и то же место против идет друг друга. Вы думаете, сатана не добрался? Оказывается, ты не рожден Богом читать Библию, ты рожден Богом знать истину.
Ты рожден слышать его голос. Никто не писал: овцы мои читают Библию мою. Овцы мои знают голос мой. Я знаю его голос, ты знаешь его голос. Знаешь, почему ты меня понимаешь с полуслова? Потому что ты знаешь того же хозяина, которого я. Знаешь, почему у меня такой конфликт с Кондратом, со Степаном и с пророкой, с пророчицей? Потому что они абсолютно иного духа и не абсолютно питаются из другого источника. И их не учит Христос. Иначе мы узнаем, что это наши братья, потому что они слышат тот же самый голос. Тот же самый голос. Мы встречаемся с тобой, мы друг друга понимаем с полуоборота. И ты, и я, о, нас накрыло. Почему? Мы только что говорили, ты говорил с отцом, и я говорил с тем же отцом. Между нами не может быть разделения. Хорошо? Синхронизация небом. Мы уже об этом говорили. Итак, успеваешь? 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 Класс. Смотри. Целью Люцифера стало любым путем не допустить семя в процесс. Он создал инкубатор, холодильник или микроклимат, в котором семя может лежать тысячи лет, и оно не попадает, оно не пропадает, слушай внимательно, его просто не допускают в правильную почву, оно бездейственно, именно это сейчас происходит с церковью. Слушай внимательно, рожденный свыше человек, он не рожден Богом, только родиться свыше, спастись от ада и уйти, он рожден свыше, чтобы через него вышло царство. 2000 Бог лет. Я родился свыше, во мне помещается царство. Потому что Библия говорит, царство внутри вас есть. И потом он говорит, просите, да придет царство на землю, так же, как оно и на небе. Окей? Поэтому рождается мой сын, рождается у него сын и так далее. Все, если рождаются свыше, в них помещается семя царства. Но оно может действовать только в правильной атмосфере. Если нас всех, все, что дьявол сделал, он взял церковь, поместил в учение николаитов, нас с вами запаковали. И теперь, если кто-то хочет выйти в процесс гниения, смерти и жизни для Бога, он называется идиотом и ненормальным, потому что теперь он бесконтрольный. Стоп! Все творение Бога создано жить без контроля. Выгляни на улицу. Все творение Бога создано жить вне контроля. Он позволил лесу размножаться так, как он захочет. Он дал ему территорию. Он дал... Понимаешь? Это мы можем сказать, так, а вот здесь лес не пойдет. Раз, вырубили все. Кто-то понимает? Наша рука. Итак, атмосфера, атмосфера, атмосфера. Когда я попал в атмосферу, и когда из меня начало вытекать царство, мой фрагмент царства – это слово, которое через меня, от Бога, через меня идет тебе. У тебя есть свой фрагмент царства, у тебя свой, у тебя свой. Все мы – фрагменты царства, все мы носим в себе кусочек царства, который мы вместе в синхронизации с Отцом, с головой, это как тело, оно должно прийти на землю и принести все, что Бог запланировал. Ты музыку, ты пророчество, ты стихотворение, ты песню, ты ты учение. Кто-то понимает меня? Что сделал дьявол? Он все заткнул, затянул, ручники позатягивал. Он, знаете, нами очень легко контролировать. Мы рождаемся в мир, и мы не знаем. Я сейчас задам вопрос всем. Знаешь ли ты, какая настоящая церковь? Нет. Чувствовал ли ты ее? Нет. Все, что тебе сказали, что такое настоящая церковь, это образ, вложенный тебе отмороженной религией. Кто-то понимает? Все, что тебе сказали, это не ты познал, это не ты взял, это в тебе в глотку впихнули с рождения. И вот мы здесь, чтобы все это завалить и научиться слышать его. Понимаете меня? Его. Так что это, вы тут бесконтрольные все будете? Нет. Я буду бесконтрольный тогда, когда все мои части тела отсоединятся от головы. Вы видели людей, у которых с головой не все в порядке? Это говорит о том, вот это напоминает сейчас наши церкви, которые абсолютно не дружат с головой, есть Христос. Потому что этой руке сказал Степан, этой пророчица Дарья, этой Андрей, и мы пошли в пляс. Под задницу сами себя бить. Кто-то понимает? Мы в таком маразме и идиотизме живем, что только свободный, свободномыслящий может даже это увидеть сейчас. Тело без контроля.
Алло. Ты понимаешь откровение, да, с пантомимой? Так быстрее доходит. Итак, я тебе говорю наоборот. Когда вот это перестанет слушаться, когда твоя кисть перестанет слушаться локоть и начнет дружить с головой, она минует локоть, минует плечо, минует шею и доходит до головы. И рука говорит: извини, локоть, извини, плечо, извини, шея, какая бы ты близко к Богу не была. Я хочу слышать Бога. И этот пальчик, и ноготь на моем пальчике будет слушать позывы мозга и головы. Кто-то понимает это край? Вот проблема. И теперь у тебя локоть, у тебя животик, у тебя пяточка. Теперь есть дилемма. Как пройти всех остальных, миновать весь контроль в теле и дойти до самого главного головы. И как только каждая часть тела присоединяется к голове, все начинают дружить, помогать, заклеивать рану, не рвать, отлучать, анафеме предавать, под задницу давать. Мы начинаем, теперь мое тело, заботиться о себе же. Кто-то понимает? Слушай, да, я нестандартный, я таким рожден. Я никому не дам увести меня от моего нестандарта. Поэтому мы так идем. Смотри. Итак, план Люцифера. Не атаковать тебя, потому что по истории мы знаем, что если церковь атаковать, она под атаками еще больше размножается. То есть, наоборот, если церковь оставить, она быстрее помирает, чем ее атаковать. Когда ты ее атакуешь, наоборот, церковь размножается, распространяется, встает, она движется, начинает кричать, и начинается такое движение, что лучше бы ты сатана вообще не трогал. Он попробовал все. Он попытался атаковать, он попытался молчать, и потом он понял, ничего не работает. Нужно загнать церковь в инкубатор. Инкубатор. 2000 лет. Все мы знаем истины, все мы носим в себе семя, но оно не может выйти из нас. Мы пытаемся, мы кричим, смотрим на природу, не можем понять, если шишка сама по себе, к ней не прикасаться, из этой шишки, в этой шишке лес. Слушай внимательно, знаешь ли ты, что в твоем духе все Царство Божье? Не-не-не, вы не поняли меня. Знаете, как тяжело достучаться до роботов? Пожалуйста, перестань быть роботом. Выйди из этого маразма. И скажи: Бог, я хочу слышать тебя. Я тебя умоляю. Услышал мою фразу, а теперь иди к нему. Я для тебя всего лишь хороший указатель. Я не могу быть твоим паханом. Я вам уже говорил, что такое Бог поставил апостолов, пророков. Да, Бог это все поставил, но Он поставил это до времени, пока каждая часть начнет общаться с Богом лично. И потом, как я говорил, когда меня со Светланой нет дома, мы уехали на конференцию, там, например, в Германию, да, то мои старшие, 15 и 14 лет, мои дети, они за старших. И они теперь управляют моей дочкой, которой 4,5. Они ее по заднице дают, они ее спать укладывают, они ей кушать дают. Они для нее учитель, пророк. Они ее спать укладывают. Но когда мы появляемся домой, теперь я и учителя, и пророка спать уложил. Потому что приехал настоящий папа домой. Окей? Кто-то понимает, да? И теперь поймите, дорогие мои. И вот поэтому я всегда извиняюсь, говорю: извини, диакон. Папа дома, поэтому слышь это, иди там это, отдохни тоже, а? Передышку сделай от своего там напряжения, ё-моё. Бедный, перенапрягся. Так говорит Господь. Слушай, слушай, иди отсюда. Слушай, подружись с головой, и может что-то будет. Свобода. Свобода, свобода, свобода. Да улыбнись ты. Религии конец. Смотри. Не слушайте этого жабовала, он яд распространяет. Нет, эликсир жизни. Одна проповедь, и ты уже на все будешь смотреть. О-о-о, братья-роботы, что вы хотите? Мы хотим, чтобы ты не ходил к этому идиоту жабовалову никогда. А куда мне ходить? Ходи к нам, мы тебя рука положим, и ты будешь, как мы, без мозгов. Потому что с мозгами у нас напряг.
О. Да, и думать запрещено. А почему мы так постановили? Нам так легче жить. Или должны в себе умные, или все должны быть без ума вообще. Миллионы рождаются от Духа Бога. Уходят из этой жизни, так и не принеся плода и не явив царство. Вы знаете, что цель каждого яблока? Это принести плод. Цель каждой шишки – насадить лес. Кто-то понимает меня? Цель каждого, того, что, цель каждого плода – не просто быть съеденным, но чтобы внутри было семя, и прошло, оно было посажено в почву, прошло через гниение и продолжило жить дальше. Не меня и тебя, а Царство Божье. Внутри меня, внутри тебя, рожденного свыше, находится ДНК неба. Оно не может двигаться. И ты говоришь, Бог, некоторые из вас молились, Бог, что? Я сейчас тебе говорю, у тебя проблема не с грехом, не то, что, а какое учение я еще не слышал, а какого пастора еще, на какую конференцию я еще не ездил, о, я еще Библию ничего не прочитал. Стоп, 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 стоп. Ты знаешь, что никто из учеников Библию не читал? Да, никогда. И до конца точно никто ее не прочитал. Поэтому сразу все спустили. Фу, это значит мне... Это... А мне сказали, всю Библию надо 3 раза прочитать, иначе апостолом не станешь. Спусти пар. Тебе нужно знать автора. Смотри. Сатана держит церковь в инкубаторе, которая не может явить образ Христа через себя. Потому что это может пройти только через процесс смерти и правильной почвы, атмосферы. Мы сидим в созданном духа этого мира, микроклимате, не дающем явиться Христу через нас. Мы любим мир и все созданное духом мира, не понимая, что это паралич для церкви Христа и Царства Бога. Для тебя процесс смерти, перефразируем, это процесс жизни. Фрукту кажется, что он умирает. Нет. Сейчас он только оживает, и включается самая главная функция этого фрукта. При смерти. Смерть. Дьявол настолько запугал. Он сразу... Вы помните, что он попытался сделать с Христом? Он попытался ввести его в свои образы. Моментально засунуть Христа в свой инкубатор. Приди, я тебе все дам. У меня все уже есть. Знаете, почему Иисус не согласился ни на царство, ни на деньги, ни на славу, ни на что? Потому что Он сказал, что я приношу мое царство, и твое аннулируется. Мне не надо оно, потому что у меня есть мое. Наша проблема, что мы в царстве Люцифера хотим что-то завоевать, а там уже есть хозяин, и ты ничего не сможешь сделать. Тебе нужно отсоединиться, войти в царство Бога, и здесь невозможно будет тебя остановить. Ты берешь для себя? Хорошо, очень хорошо. Мы кричим о плоде и результатах, но ни за что не дадим, чтобы нас, как семя, зарыли. Мы желаем жить при этом и иметь все, включая Царство Божье. Вы знаете, церковь, она как шлюха. Я имею в виду грязная религиозная шлюха, которая спит со всеми бесами, которые ей выгодны. Кто-то слышит меня? Ушами слышит меня, да? Она спит всем, что ей выгодно. И теперь все бананчики передружились с яблочками в холодильнике. И теперь все помидорчики, мы все мирно живем, но ничего не даем. Брат, к миру нас призвал, к миру нас призвал Господь. Ты вообще понимаешь, как написано, вас будут ненавидеть за имя мое. Где мир? Я принес принести на землю не мир, но меч. Разделить слова Христа. Очнемся. И когда он говорил о мире, он говорил не о мире с миром, а о мире со своими братьями. Когда он говорит, будете ли иметь любовь между друг другом, это не любовь со всеми заразой, со всей заразой, это любовь со своими братьями, рожденными и сестрами от крови Христа. Вот где я должен иметь мир. Хорошо, промывается. Промывается.
2000 лет назад дух этого мира вывел свой микроклимат для церкви Христа. Церковь не исчезла, она была остановлена. ДНК Бога продолжает через дух, рожденных свыше, передаваться всем, которые рождены от Него. Вы знаете, что царство передается? Ты знаешь, что царство было у тех, которые тебе его передали? Но нам с вами донесли в этом микроклимате, что ты должен просто спастись от ада. Что? Да Иисус даже не проповедовал покаяние. Откровение, да? Для тех, которые Библию не читали. Иисус не проповедовал покаяние, Он проповедовал о царстве Бога. Приблизилось к вам царство Бога. Идите и говорите о царстве. Идите и говорите, лето приблизилось. Царство приблизилось к вам. Царство, 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 царство. Вы знаете, что в Библии большинство притч сказано о царстве? Чем вам все остальное? Большинство притч – это царство. Так что это значит? Это значит царство, дорогие. Это значит, что нас с вами кинули, обманули. Нас с вами, как того мальчика, родили в семью. И потом, он думая, что это его родители, все, это мои мама и папа, как легко кинуть человека. Потом они садят и говорят, сынулечка, у нас есть новость для тебя. Мы не твои мама и папа. Мы просто тебя воспитали, как своего сына, но реально ты не наш сын. Представь, а он жил так, как будто это его родители, и относился к ним до смерти, что это мои биологические отец и мать. Нас с вами очень легко обмануть, потому что ты родишь сына, он точно так не сведущ, как и ты. Он родит сына, поколение теряется. Дьявола времени больше, чем у тебя. И ему легко страничку за страничкой в Библии перерисовать так, как ему хочется. Он даже Библию подгонит под тебя, как под Иисуса подогнал. Не написано ли? Хе-хе-хе. Он даже по Писанию щеготать будет. Понимаешь? Он с умными будет умно говорить, он не будет тебя заталкивать. Он будет с тобой по Библии говорить. По слову. Две субстанции. Эти две субстанции, дух мира, царство Бога, они не могут существовать в одно и то же время на этой земле. Что-то должно жить, а что-то выживать. Кто-то понимает меня? Итак, если сейчас мир живет, то церковь. Если во время апостолов церковь жила, то мир. Они не знали, куда щемиться от апостолов, потому что куда они не придут, город покаялся. Куда они придут, все отдали жизнь Богу. Куда они придут, и им сказали, убить родителей! Дьявол понял, что он ничего не может сделать. Что ему сделать? Атаковать? Нет, мы еще хуже сделаем. Нам нужно поместить всех вас красивых в хорошую атмосферу. Сатаной создается мир. Ты помещаешься туда, и потом ты не понимаешь напрочь, почему яблоко 2000 лет не дает плода. Потому что не проблема с яблоком, проблема с атмосферой, в которой ты находишься. Сколько ты не будешь ждать плесень, ее не будет в Сахаре. В пустыне Сахары не будет плесень, ее просто не может быть. Песок и зной. Фу. Плесень сможет быть там, где создастся правильный климат для нее. Итак, все очень просто, если ты все это сложишь вместе. Так что мне делать, Господь? Отсоединиться от этого климата, в котором ты был воспитан, рожден и научен. Иначе ни у тебя, ни у меня нет возможности. Вот почему все они ненавидят таких, как ты и я. Кто-то понимает меня? Потому что ты для них не формал, идиот и сумасшедший, а ты всего лишь хочешь быть лесом, которому никто не прикоснется. И дайте мне посмотреть, что со мной будет, если ко мне никто не будет прикасаться. Дайте мне посмотреть! И потом эти николаитская вот эта тема все задвинули. Теперь все должны быть частью церкви, все должны ходить куда-то, все должны отмечаться, давать какие-то деньги обязательно, без этого нельзя. Тебе обязательно нужно быть частью чего-то. Тебе нужно вот это все правила. Почему? Потому что им нужно контролировать тобой. И потом они еще сказали, если ты отлучен от церкви, они имеют в виду от здания вот этого, окей? Потому что церковь в их голове вообще не то. Они ходят в церковь, они тебя отлучили от здания, поэтому вздохни и иди в другое. Потому что, чтобы отлучить от церкви, нужно ей быть, а они там даже рядом не лежали.
Потому что они до сих пор... Я церковь, какую церковь? Церковь, вот она церковь. Давайте купим унитазы в церковь. Унитаз. Церковь рождена Богом. Жить вне зданий. Церковь рождена Богом. Куда ты поместишь 7 миллиардов людей? Хорошо, много взято. 3. Чуть-чуть возьмем. Куда вместе со 3 миллиарда? Они не рождены Богом вмещаться. Вот почему Бог дал, дам, вот почему Бог принес служение 12. И он сказал, каждый из вас поднимает своих учеников. И он сказал, идите и поднимайте учеников. Он не сказал, Петр, я тебе пророчествую, ты будешь пастором мега-церкви, у тебя будет там типа классные приходы, у тебя... Нет. Он ему сказал, Петруша, сори. У меня для тебя плохие новости. Кто-то понимает, о чем? Он, мы ж такие умные. Церковь, послушайте мне внимательно. Моя жизнь такая. Я ставлю все под вопрос, всех под вопрос. И потом мой вопрос ставлю под вопрос. Я не верю ничему в этом мире, потому что на какой бы уровень ни поднялся, у дьявола и там для меня есть кукольный спектакль. Вы должны понять, что в этом мире ты и я, мы сможем выжить только, надеясь и слыша его голос. Каждый день. Каждый день. Кто твой учитель? Я люблю Шаповалова. Ты попал в большую проблему. Знаешь почему? Потому что ты опять человека сделал идолом. Ты не имеешь права. Мы братья, мы учим. Я говорю, ты выйдешь, споешь, мы все служим друг другу, тело мой. Понимаете, рука сама себя и помыть даже не может. Она только может там фигу загнуть. Понимаешь, мне нужна вот эта рука, чтобы помыть руку. Ты понимаете, мы друг другу нужны. Мы не нужны друг другу тогда, когда мы телом не являемся. Вот идет средний палец, поскакал. Я вам спектакль показал бы его. Время мало. Так, все, стоп. А вон лежит пуп. Что за пуп? Пуп на теле Христа. А его функция быть пупом. А что пуп делает? Лежит и мусор собирает. Потом такой думаешь, так ёлки-палки. Я знаю, ты с пупа доставал проблемы. Пуп, он коллекционирует хрень. Он просто лежит и... Ну, тоже ж часть тела, что ты? Пуп. Ладно. Как один мне подошел и сказал, такой разочарованный братан подходит, друг мой. Он говорит, если бы я был частью тела, то я точно дырка от задницы. Говорит, потому что, говорит, одни проблемы в жизни. Это так, между нами. Это прикольно, это честно. Он говорит, если бы я был частью тела, он сразу назвал свою функцию. Это так нельзя говорить. А кто сказал... Стоп. Кто вообще сказал, что есть церковь? Убираем образы. Кто сказал, что есть проповедь, проповедник, его одежда? Ты одет не свято. Чего? Один подошел мне и сказал, вы не у вас, как он сказал, у вас не христианские инструменты, не христианские песни, у вас вся, вот стиль не христианский. Я говорю, ты только что приехал на нехристианской машине, на тебе нехристианский галстук, у тебя брошка нехристианская, туфли нехристианские, скажи мне, что вообще может быть христианским? Вот дилемма, а? Да. Да. Слабься. Христианское. Мы такие умные, когда это до нас не дошло. У тебя тоже не христианский телефон и не христианский шрифт на телефоне даже. Да. Не христианская тряпка, не христианский стакан и точно не христианская вода. Христианин. Хорошо. Эти две субстанции не могли никогда, не смогут жить вместе на этой земле. Что-то должно жить, что-то должно выживать. Вы думаете, что сейчас то, что называется церковью, принимается большинством?
это она невеста Христа. Большинство того, что ты сейчас видишь, называется церковью, это полная ложь, и это еще одна иллюзия, созданная сатаной, для тех, кто хоть как-то начинает приближаться к Богу. Ты такой, да, я хочу быть с Богом. А что тебе для этого нужно делать? Тебе нужно повторить молитву покаяния. Ты знаешь, что молитвы покаяния нет? Ой, блин. А как? А вот так, молитвы покаяния нигде нет. Это вообще не библейское учение. Ой, глянь, сколько бомб. А зачем так много? А что теперь делать? Тебе не надо? Скажите мне, разбойник на кресте. Нет, не переживайте, я веду людей через молитву покаяния сам всегда, потому что это им надо узнать, где они покаялись. А в принципе, они еще не выйдя вперед, уже приняли Христа в свое сердце. Их вот это, повтори за мной, ты теперь мой спаситель. Он уже их спаситель. Они только внутри сказали, да, разбойник на кресте. Скажите мне, где была молитва покаяния? Кто-нибудь может мне там? Теологи, умняшки. А ну, давайте, вперед. Давай. Молитва какая-то теологическая, правильно. И я закончил библейский колледж, я знаю, что это такое. Ну, только напихали всего в голову. И потом думаешь, Бог мой, вытруси все это. Потому что голова перестает работать по-человечески. Вообще. Как не какая-то истина, так брат всплывает. Фу ты, елки, вообще какие-то имиджи вот эти, знаете. Да уйди ты от меня. Молитва покаяния, ее в Библии нет. Покаяния в Библии вообще нет. Вышел Петр. Знаете, написано, он встал. То есть вы поняли, что было до этого. Они были все пьяные от духа. Устал, держался с 11 вместе. С братьями стояли. И говорили, это вы распяли Христа. Скажите мне, что было за покаяние? Братья, что нам делать? Он говорит, покайтесь и веруйте. Знаете, что такое покаяние? Кто-то вообще понимает слово покаяние? В словаре смотрели? Покаяние – это разворот на 180 градусов от той точки, где ты находился. Покаяние – это значит, я шел, потом я покаялся. Кто-то понимает? Вот это покаяние. Кто-то разбирал слово грех? Что такое грех? Согрешить? С оригинала. Это промазать, выстрелить мимо цели. Когда лучники, откуда это слово взялось? Оригинал этого слова взялся из истории, когда лучники тренировались стрелять, они стреляли по цели. И около цели стоял человек. Цель была далеко. Если пролетала мимо цели, он поднимал руку и говорил, согрешил. Кто-то понимает? Дорогие мои, в нашей голове должно быть все переписано. Мы с вами наелись хрени. С детства. Вытруси все! И скажи, Бог, говори теперь в мою жизнь только ты! Он никому не подчиняется. Не дай Бог ты будешь кому-то подчиняться. Не дай Бог этот лес будет кому-то подчиняться. Бог родил тебя жить вне полного контроля. Он твой Бог, и Он твой хозяин. И Он разберется с тобой. Знаешь что? Он даже будет говорить на твоем языке, который только ты понимаешь. Если я ему не объясню, не переведу, что Бог имел в виду, он не поймет. Слушай, иди отсюда. Если ты объяснишь, теперь он точно ничего не поймет. Потому что теперь для него ты Бог стал. Теперь надо интерпретировать теперь. Ну, ты понимаешь, брат, это вот что имел Бог в виду. Слушай, иди отсюда. И порть воздух. Большинство того, что ты сейчас видишь, называется церковью, это полная ложь. Некоторые люди говорят, он костюмник. Он говорит, что это не церковь. Да, это не церковь. Потому что двое или трое, где собраны во имя его, вот это церковь. Здание никогда не было церковью. В Библии зданий нет, никто не собирался в зданиях. Здания вообще никогда Богом не говорились, этого нет. Хора нет. Прославления нет. Это то, что мы захотим для него сделать. Лимитов нет, коробок нет, образов нет. Есть ты, Бог, и твое сердце, жаждущее быть со своим отцом. Вот все. Знаем слава, все нормально, дыши ровно. Бог мой. Хочется взять и потрясти. И сказать, это не церковь. Вы знаете что? Я больше чудес вижу, совершаемых нашей молодежью на улице, чем годами в этих церквях. А там у брата один глаз открылся. Да, и другой закрылся. Закрыли. Дорогой мой,
на работе. Как ты говоришь, Бога там нет? Стоп! Скажи мне, где вообще Бога нет? Скажи мне, где Бога нет? Бог везде. Это хорошее откровение для тебя вообще. Он даже в той церкви. Он на производстве, он в тюрьме, он на улице и в машине, когда ты едешь по шоссе. Бог везде. Все, что я делаю, я уничтожаю. Я рожден Богом уничтожать образы и ложь сатаны. И мне нравится эту гниду тыкать в глаз. На тебе, Люцифер, на-на-на-на-на-на. На еще, прямо в самую вот эту ямочку. Держи, зараза. Я наслаждаюсь, когда я сбрасываю бомбы. И у кого-то просветление начинается. Так это что? Это что? Это что, вот так вот, да? Да! Хля, как раз! Так это что? Это... И свобода приходит при познании истины. Выглянь, высунь лицо в форточку, посмотри на природу. Все, что не контролируется, это красота. Все, везде залез человек, он губит масло в океан. Дорогие, все умирать начинает, когда мы с вами начинаем работать ручками своими, когда, это не, когда эту природу никто не касался. Вы знаете, я летел над островами Гавайи, мы делали тур. Помните, да? Мы в самолете летели. Вы знаете, нас медленно самолет вез над абсолютно, там, где человек даже не ходил, потому что туда даже залезть невозможно физически. Эти водопады. Кто-то пролетал над островами, над Гавайи? Кто-то делал? Скажите, какая красота. Ты летишь на этом самолетике, и он говорит, вот здесь снимался такой-то фильм, здесь водопад. И он так медленно тебя ведет, и ты... И потом он добавляет, человек не касался. Я говорю, конечно, потому что это красота. Везде, где он коснется, везде что-то начнет происходить не то. Смотришь, вырезали лес. Смотришь, вся гора съехала вниз. А, наверное, не надо было лес резать. Да, идиот. Потому что корни держат гору. А, окей, теперь будем вырезать чуть-чуть и потом насаждать сразу. И потом, когда то вырастет, мы будем это резать. Хорошо, понял. Добрался, умняшка. Вот так мы с вами и живем. Оставь творению Бога быть и жить вне полного контроля. Кто-то понимает? Так а как же он вырастет? Так он только и вырастет, когда ты его трогать не будешь. Он сможет жить, распространяться, наслаждаться, питаться, взрываться, быть безлимитным, потому что он рожден Богом жить без лимита. Я умоляю тебя, не иди в иго рабство человека. Ни в чье, никогда. Один, значит, буду один, но в свободе и в Боге. Один, значит, один. А ты продолжай бегать под песню жирного барана, который ведет тебя к Иисусу Христу. И они еще с братьями решат, к какому. Фу. Позорище, вонючий религиозный отстой, фу! Мы должны запозорить это все, вытереть свои ноги и сказать, это Богом не было и никогда не будет. Все, что рождено Богом, оно живет в свободе. Посмотри на вселенную, посмотри на рыб океане, посмотри на все. Нигде нет границ, оно живет и распространяется само. Церковь Христа, пока она будет в этом состоянии, она никогда не сможет достичь этого потенциала, потому что она живет в инкубаторе при атмосфере, которую сатана ей придумал. И теперь это яблоко, оно может там как мумия находиться 1000 лет, и ничего из него не будет. Но как только оно выйдет из атмосферы и попадет в его атмосферу, оно моментально умрет для себя. Ты знаешь, что яблоко должно умереть для себя? Оно все, мы должны умереть для себя. И то, что тебе говорят, а, не иди, ты сгниешь, ты говоришь, аллилуйя, во имя Иисуса гнию. Для него. И когда я это понял, все сказали, он сошел с ума. Я говорю, я только вернулся на ум Христа. Все, его не слушать. И знаете, все эти бананы в холодильнике так испугались. Эти помидоры и огурцы, они там, ой-ой-ой, нет, нельзя, мы отлучаем от нашего холодильника. Туда нельзя, слушать нельзя, это не Бог. Ну да, у вас Бог. Боги. Я это буду предавать позору.
топтать, давить, уничтожать и рвать, потому что это бесовщина. Ничего, рожденное Богом, не может поддаваться контролю. Никакому. Никогда. Никогда. Он хочет быть твоим учителем. Он хочет быть твоим Богом. Он хочет быть твоим хозяином и твоим дизайнером. Никогда не дай кому-то приложиться к шедевру, к тебе, которого Бог создал, чтобы быть с тобой. Ты хочешь увидеть, кто ты? Отрекись от всего и войди в свободу Христа. И скажи, говорите, что хотите, тыкайте пальцами, как хотите. Дорогие, знаете что? Это произошло с Иоанном Крестителем. Что Бог сделал? С самого начала Иоанна Крестителя отсоединили от того, что было церковью. Знаете почему? Потому что в то время Христа еще не было. Он родился раньше. Христос еще тогда там лавочки строгал с папой Иосифом. И Иоанн был старше. Что Бог сделал? Он берет его, отсоединяет. Это прообраз. Чтобы поднялся пророк, которого не видела земля, он не должен даже есть то, что едят те, кто в системе. Он берет его, выводит, одевает свою одежду, кормит, учит. И Иоанн, это была самая великая личность, рожденная женщинами, это говорит сам Иисус, не восставала больше пророка, чем Иоанн Креститель. Откуда? Потому что он никогда, у него не было ни одного учителя, никакого учения, никаких платформ и ничего. Он ел и пил с рук Небесного Отца. И когда он вышел, у всех ёкнуло. Кто-то понимает? Я умоляю тебя, пусть эта тема, поверьте, ее будут слушать тысячи людей, это, знаете, свидетельство, я уже вижу, что идет. Дорогие мои, но это моя функция, переступить через это все. И знаете, что я сделал? Я прошел через все братства. Мы тебя отлучаем. Да, отлучайте вы от своего здания, идите отсюда. Перестаньте мне портить жизнь. Я иду к голове, и я поговорю с ним, кто я. И когда мне говорят, ты никто, ты ничто, у тебя ничего не получится. Когда я дошел к голове и сказал, папулечка, скажи мне, кто ты? Он говорит, сынок, я наполню тебя учением, из-за которого будет меняться сердце поколения. И я знаю, о чем я говорю. Ты слышишь меня? Ты знаешь, в чем твоя проблема? Ты до сих пор не услышал голос головы. Ты до сих пор не понял, когда ты поймешь, кто ты во Христе, тебе никогда в жизни не будет нужна поддержка вообще. Тебе никогда на тебя не будут влиять ни похвала, ни проклятие, потому что ты живешь вне этой системы, которая даже тебя хвалит. Ты будешь жить в структуре Бога, в Его атмосфере. И вы знаете, когда я освободился много лет назад, и я все понял, я встретился с Иисусом, и я говорю, вот оно. И меня просто распирало от славы, от этого учения, от этого знания, которое я сейчас просто, я просто его выдаю и выдаю в свое время. И я говорю, Бог, знаете, что я мог сделать? Я мог отвернуться и сказать, все. Я потом сказал, нет, я вернусь. И я буду делать все возможное, чтобы уничтожать рабство сатаны. Я буду делать все возможное, чтобы рвать образы. И я с собой еще парочку прихвачу. Кто-то понимает меня? Мы тебя не любим. Не люби. Мы тебя любим. Люби. Мы тебя не хотим. Извиняюсь, я есть. Мы тебя не будем слушать. Ла-ла-ла-ла. Ты меня не будешь слушать, но ты меня все равно услышишь. И не я тебе буду говорить. Тебе опять подсунут этот диск, и ты опять будешь кувыркаться. Опять. Ты выйдешь на веб-сайт посмотреть что-то, и там опять я буду. Привет. И тут опять. Послушай эту проповедь. Опять. Да что это такое? Сам Бог будет заботиться о том, чтобы мы с вами были там, где мы должны быть. Тебе не надо. Послушайте меня. Какой я хороший. Вот мое откровение, оно просто взорвет ваш разум. Слушай, живи в свободе. И Бог сам разберется, чье твое откровение взорвет чей разум. Оно сначала должно взорвать твой разум. Ты не можешь говорить о свободе, если ты не свободен. Свобода. Запомните, когда ты попадаешь в правильную атмосферу Царства Бога, само по себе будет расти и развиваться в тебе и через тебя. Ты будешь в шоке от того, что будет происходить с тобой и вокруг тебя. Вы знаете, я шокирован тем, что происходит со мной, лично в моей персональной жизни. Но когда я приезжаю в разные страны и подходят массы людей,
массы и массы людей. И они говорят, что произошло даже без моего ведома. Я понимаю. И я умоляю вас, дорогие мои, отдайтесь в руки Бога. Вы увидите, какой лес Бог делает через ваше семя. Вы увидите через вас, что Бог может сделать. Я вам еще раз говорю, как в каждой шишке скрыт не просто елочка. В этой шишке ДНК безлимитного леса. Так и в тебе, именно в тебе есть все царство Бога, но оно скрыто в ДНК Духа. И когда ты попадаешь в правильную атмосферу, в тебе начинает все взрываться. И когда я понял, что во мне всего лишь одна часть, это учение, это проповедь, это вот это слово, я не умею ничего, не умею играть, это не мое, мое вот это. И я потом понял, что через этот дар я касаюсь певцов, и они вырастают. Я касаюсь тех, кто пишет стихи, и они взрываются от славы Бога. Я касаюсь людей, которые не исцелены, и они исцеляются. Наушники раз, и человек отдал жизнь Богу. Наушники раз, и он говорит, бесы выходят. И это масса этих свидетельств, дорогие. Ты даже не ездишь не туда. Царство Бога через тебя будет течь. Ты знаешь, что ты не имеешь лимита через ДНК царства. Я или не имею лимит, вот я. Я здесь, я не могу быть сейчас там, потому что я здесь. Но через ДНК Духа я могу быть везде. И Бог через мою жизнь может касаться тысяч людей. Во время того, как я говорю, учения, проповеди, книги, которые мы делаем, пишем, мы все это распространяем, сейчас чьи-то жизни меняются. Но я нахожусь здесь. Кто-то понимает меня? Вот это оно. Вот это оно. Безлимитное, бесконтрольное. Забудь весь контроль. Если кто-то начнет управлять, отсекай. Управлять, отсекай. Ты скажешь, где правильная атмосфера? Правильная атмосфера – это тотальная свобода. Я тебе сейчас отвечаю на тот вопрос. Так как же достать из меня царство Бога? Отойди от всего, что пытается тебя тримануть, подрезать, все, что пытается тебя подпилить и сделать тебя правильным. Выйди в полную свободу, отсоединись от всех. Знаешь, почему тебе уже столько лет и ничего? Потому что каждое воскресенье, каждый понедельник тебя чистят. За каждой чашкой чая тебе говорят, кто есть кто и кто есть кто. И кто учит? Те, у кого ума даже нет. Тот, кто в жизни ничего не достиг. Потому что тот, кто чего-то достиг, он скажет тебе, вперед, любимый, вперед. Так ты ошибешься. Amen. Дайте мне ошибиться. Умоляю. Сын, нельзя ездить на велосипеде, пока не научишься ездить на велосипеде. А? Ходить тебе нельзя. Только встает. Так, ползать. Опять встаешь. Так, ползать. Почему? Мама, что? Пока не научишься ходить. А вдруг упадешь. Это идиотизм. Я упаду. На велике ты поедешь. Будет 2 километра и стоять одна сосна. Ты врежешься в сосну. У тебя будет километр туда, километр сюда. И одна сосна. Нет, ты будешь ее объезжать и в нее врежешься. Это человек. Я тебе еще раз хочу дать понять. Ты вляпаешься. Ходить начнешь и колено, и морду разобьешь. Начнешь играть, везде не попадешь. Съедешь, палец в струну залезет. Ой-ой-ой. Сядешь на ударник играть. Что, тебе что-то сначала получится, сначала у тебя такие там кределя будут, и сам себя не захочешь слушать. О, что это было вообще? Это процесс. Но как стать? Вы знаете, что все откровения, все гении, которых мы называем сейчас гениями, вот эти физики, вот этот Эйнштейн, вы знаете, что это люди, которые жили абсолютно вне контроля и не слушались никого и никогда? Почитайте историю. Их называли еретиками, отлучали, вышвыривали и говорили, это сатане поклоняющиеся люди. Сейчас на откровениях этих людей живет весь мир. Потому что они вышли из коробки, так это люди этой земли, а в тебе царство Бога. И я сказал, я выхожу из контроля. Там стоят все, ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Валите. И я посмотрю, что будет с этой шишкой, когда ее никто трогать не будет. Я умоляю тебя. Я хочу посмотреть, что произойдет из тебя. Знаешь, почему с тебя по сей день ничего не происходит? Я тебе даю гарантию, кто-то держит твой термостат. Кто-то контролирует температуру. Как только ты выйдешь из этого контроля и скажешь, Бог, вот я отрезаю все. Я хочу поставить все под вопрос, и себя, и свое понимание, и все, что я знаю, я ставлю под вопрос этого дня. Учи меня, ты будешь шокирован, какие вещи начнут происходить в твоем разуме.
Ты будешь шокирован, какие откровения ты. Потому что Бог будет тебя открывать вне того, что происходит. Он отведет тебя и скажет: сын, слушай, это вот так, это вот так и это вот так. Скажи это моим детям, потому что я хочу, чтобы они были свободны. Сатане очень легко управлять церковью сегодняшних дней. Знаете почему? Потому что он ее создатель. То, что он создал, контролировать хорошо. Тот факт того, что ты говоришь: Бог, приди, это говорит о том, что Бога нет. Бога нет только в том, что создано руками человека. Кто-то понимает меня? Теория. Бог даже в елке на твоем огороде, а в церкви его. В елке. Она растет, дает шишки. Она, у нее там пихта сыпется с нее. Она живет, растет и клеем машину твою заливает. Потому что она живет. Иногда выходишь, думаешь... В клею тачка. Я постоянно смотрю дом, если буду покупать дом, чтобы елки рядом не было. Потому что некоторые меня знают. А пихта? Как запихтит все. И ты такой... Уже не машина, а елка. Сатане очень легко управлять церковью сегодняшних дней, которую он создал. Мы в замешательстве, потому что никто из нас не видел настоящей церкви. Я еще раз тебе говорю, если ты думаешь, что ты знаешь Бога, ты его не знаешь, тебе рассказали о Боге. Если ты думаешь, что ты знаешь настоящую церковь, ты ее не знаешь, ты ее никогда не видел, выкинь это из своей маленькой головушки, из своего маленького мозгушки, мозгушушечки, и отрекись. Если ты знаешь, что такие пастора, ты не знаешь, что такие пастора. Если ты говоришь, что это пророки, это не пророки, это тебе нарисовали картину. Мы ничего не знаем, потому что мы не видели оригинала. Нам о нем рассказали и рассказали извращенно через 2000 лет отредактированного слова. Теперь даже Библия Библии противоречит. Знаешь почему? Потому что Бог говорит: сынок, твоим основанием должна быть не вот эта книжка, а мое слово в тебе. Еще, наверное, какую-то корову, да, какую-то тельца принес в жертву. Вы знаете, один человек сказал: я найду 10 человек, которые готовы будут умереть за Библию, чем одного, который прочитает ее до конца. Ага, подумай. Мы готовы там, как это, знаешь, как мусульмане там за Коран, там, так ему за Библию, это книжка напечатана неверующим станком. В ней слова, которые перевел кто-то, которому было выгодно перевести эту Библию вот так. Потому что все, кто переводит Библию, в основном это верующие люди. И если он верующий человек, у него уже проблема с головой. Потому что у него уже есть доктрина, и он переведет ее в соответствии с своим баптистским, пятидесятническим, харизматическим, католическим, православным пониманием. И поэтому мы с вами читаем, знаете, какую Библию? Православную. Еще раз объясняю. Синод – это абсолютно православный вариант Библии. Ку-ку. Назад, кукушка. Смотри. Ой. Ой-ой-ой. В следующий раз я не буду говорить, чтобы включали мне часы. Я буду просто проваливаться в небытие. Ты берешь что-то для себя? Я тебя предупреждал, операция будет серьезная. Я наркоз никогда не даю. Режем по-живому. Ты кричишь: Бог, двигайся в моей жизни, двигайся в наших церквях. Пожалуйста, очнись. Это не его строение, и из своей церкви он никогда не уходил. Это значит, что есть строение, где Бог всегда был, всегда есть и всегда будет. Это значит, что мы не там. Ни он, ни здесь. Ку-ку! Это мы не там. Еще раз объясняю для умных. Это не он не здесь, а это мы не в том помещении, не в той сфере, это мы не в той атмосфере. Все. Все очень просто. И поэтому, когда ты приходишь в церковь, в которой 10 лет, 15 лет, ничего не меняется, запомни, это строение абсолютно рук человеческих. Все. Точка. Начиная от пророков Ветхого Завета, побитых камнями, я заканчиваю.
Заканчивая Петром, который был распят вверх ногами. Настоящая церковь, запомни, всегда будет гонима и презираема князем этого мира. Потому что реальная церковь, которая выносит, она выносит приговор сатане, такая церковь никогда не будет принята и признана. Я еще раз тебе говорю, если тебе кажется, что ты с миром начал дружить и мир тебя принял, такого быть не может. Церковь от начала Библии до конца, от пророков, которых побивали камнями за истину, до Петра, которого распяли вверх ногами, и заканчивая даже людьми, которые вот в 15 столетии, да, там и так далее, которые умирали, она, церковь никогда, настоящая церковь никогда не будет признана. Если церковь признана миром, эта церковь стала частью этого мира. Все, это закон. Можешь забыть об этом всем. А ты знаешь, мы подружились с мэром города. А ты знаешь, что этот мэр города насиловал свою дочку? А у нас в первых рядах политики, врачи. Я не против, если они пришли Богу послужить. Но если ты пошел на компромисс, чтобы они с тобой посидели, у тебя великая проблема. Потому что, чтобы им быть со мной, им нужно принять меня. А я очень тяжелая конфетка, чтобы проглотить. Алло. Горлышки дотрени. Тяжело проглотить. Потому что я скажу тебе, что я имею в виду насчет тебя. Все очень просто. Настоящая Церковь Христа – это как яд в венах этого мира. Она поражает и пожирает на своем пути все. Позволь жить Церкви Христа. Для Люцифера это равняется самоубийству, если он позволит жить Церкви Христа. Поэтому навсегда забудь о том, что настоящая Церковь Христа когда-то будет признана религией или миром. Если это произошло, эта церковь уже давно не является Церковью Христа. Итак, если ты хочешь видеть его царство на земле, первое – это отсоединение и выход из инкубатора Люцифера. Даже если это заведение называется церковью, дорогие, последнее – это пребывание в полной атмосфере свободы. Еще раз говорю, цель всей этой темы – объяснить тебе, что атмосфера твоя – это полная, полная свобода и жизнь вне всякого контроля. Когда ты это поймешь, ты увидишь, ты будешь удивляться, как быстро ты начнешь прогрессировать. Когда тебе не будут говорить, это не от Бога, это не от Бога, это от Бога, это от Бога, это слушай сюда, здесь все, это нельзя, это убери. Стоп, 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 стоп. Дайте мне родиться свыше и дайте, пожалуйста, мне, моим ушам слышать только Бога. И потом, через много лет, мы посмотрим, кто есть кто, что есть что и кто достигнет. Я посмотрю на то, что ты достигнешь в своей атмосфере, в церковной. И дай мне прожить вне вашей церкви, и я хочу увидеть, что Бог сделает со мной. Эйма. Последнее место из Библии, и мы будем молиться. Ты должен пребывать в атмосфере Бога и в истине, и свободе, которая завершит работу внутри и вокруг тебя. Последнее место. Матфея 13:33. Матфея 13:33. Смотри, что Иисус говорит. Еще одну притчу сказал им Иисус. Чему подобно Царство Небес? Представьте себе, вот горстка дрожжей, женщина их взяла, и положила в цех в целых 3 пуда муки, и поднялось все тесто. Смотри, что уникально. Ты тесто. Царство Небесное – это атмосфера, это дрожжи. Дорогие мои, скажите мне, хозяйки, кто-то из вас пытался? Вы знаете, я наблюдал один раз эксцидент моей жены. Она еще тогда была совсем молодая, тут пророк бегает, не переживайте. Он принимает передачу. Смотри. Нет, таки надо орать. Знаете, Библия говорит, будьте как дети. Ему вообще все, знаете, все лесом. Мне так нравится вообще. Детьми наблюдаю, знаете, класс. У жены был маленький эксцидентик. А у хозяйки были такое, что ты не знал, на какое количество дрожжей, какое количество теста, или наоборот, какое количество... тесто и какие в него количество дрожжей. У кого-то были такие прикольчики? Тишина, понимаю. Никто не хочет сдавать никого. Все понятно, не идем. Ни у кого не было, было такого у моей жены.
Там было что-то даже, там настолько было грандиозное, что это тесто вообще, оно что-то вообще контролю не поддавалось. То есть мы не знали, что с ним делать. Его это, типа, знаете, ну взяли такую вазочку, ну там, типа, ну все нормально, ну как, ну нормально, все. Как бы, ну не знаю, ну знаете, ну дрожжи всякие бывают. Ну типа замешали, ну и уехали. Потом мы приехали. Знаете, мы замешали дрожжи, чтобы, знаете, вот эти хлебопечки, знаете, да, вот эти хлебопечки. Я думал, мы этот хлеб жрать будем полгода. Его налезло столько, оно полезло по кабинетам, по полкам, оно залезло на холодильник, между холодильником и вот этой штукой, под холодильник. Все, мы приходим, так, оно по полу, я вообще свет включаю. Так, Света. Скажите мне, возможно ли остановить тесто, в которое попали атмосфера дрожжей? Невозможно. И вы знаете, что меня больше всего удивило? Ее вазочка и знаете, этот полиэтиленовый кулечек. Знаете, это как вот мы с вами, ты будешь молитвенником. И тебя, знаете, тебе дали вазочку. Тебя даже кулечком, так, чтобы, ну, не вылез за границу. Вот. И там, знаете, как было смешно наблюдать за этим кулечком, который поплыл вместе с тестом, и мы его нашли где-то под холодильником. Вон твой лимит, вон там. Мне кажется, что мы с этого дома съехали, там еще те доделывали тесто там под том холодильником еще. Потому что я так, знаете, как мы убираем? Ничего нет. Ой, хлеба было много. После этого хлебопечка до сих пор стоит в шкафу. Ее никто видеть не хочет. Хватит. Аминь. Так вот, дорогие мои, суть той сказки такова, что когда ты попадаешь, ты, рожденный свыше, в атмосферу Бога, никакие лимиты, никакой контроль тебя не может остановить. Ты рожден Богом быть без лимитов и без контроля. Ты рожден Богом, наоборот, показать такой шедевр, которого не было. Если ты похож на то, что было, ты уже творение рук человека. Наоборот, все, что делает Бог, никогда одно на другое похожим не будет. И контролируемо, и контролю не может поддаваться. Amen. Воздай славу Богу. Давайте встанем. Amen. Просто поднимись и скажи ему несколько фраз, несколько фраз. Несколько фраз. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Скажи ему: Отец, я отрекаюсь от всякого контроля, духа Николаитов, контроля над человеком. Я больше не буду контролировать людей сам, и я не хочу поддаваться контролю. Вы знаете, что мы с вами, как все остальные, мы не только контролируемые, мы с вами по ДНК еще контролируем других людей. Мы еще учим, не ходи туда, это не от Бога. Да ты не знаешь, что от Бога вообще. Мы ничего с вами не знаем. Давайте придем к живому Богу, и пусть он нам расскажет, что от Него. А не вот эта вся мафия религиозная, которая там решила уже. Господь, я прошу Тебя, коснись своего поколения. Церковь, вы знаете, во что я верю? Я верю в поколение Еноха, в людей, которые будут ходить с Богом лично. Без лимитов, без контроля. Вот ты пойдешь к Богу и будешь с Ним проводить днями, неделями, месяцами. Ты будешь просто без... Скажи мне, дорогие мои, скажите мне свою самую ненормальную мечту. И мечтай в нее, даже если это ни у кого не было, никогда не было. Знаешь, какая мечта достойна жизни? Той, которой еще ни у кого не было. Моя мечта, это всегда была, когда я встретился с Христом, это было много лет назад, 20 лет назад, и я говорю: Бог, моя мечта, чтобы где бы я ни был, Ты был со мной, физически, чтобы люди ощущали Тебя, чтобы люди, когда я приезжал, они входили в трансы и общались с Тобой, чтобы Ты им говорил, Ты с ними был. Ненормальная, радикальная, сумасшедшая мечта иметь Иисуса рядом с собой. Чтобы Он был со мной. Скажи Ему свою мечту. Скажи Ему, скажи Ему.
А лучше всего попроси его, скажи, какая твоя мечта для меня? Какая твоя мечта для меня? Любимый, что ты хочешь из моей жизни? Я отдаю тебе мою судьбу, я отдаю тебе в руки мою жизнь. Живому Богу, и я говорю тебе, Бог, твори свой шедевр, Господь, твори свой шедевр, Господь, твори свой шедевр. Его, Господь, вот я, Господь, возьми меня и сотвори со мной того, чего еще не было никогда. Я твой шедевр, Господь, научи меня. Научи меня, я твой шедевр, я твой, я отрекаюсь от религиозного контроля, я жажду жить в полной свободе, я твой, я твой. До конца моей жизни я подаюсь только тебе, только тебе. И я твой, навсегда я твой. О, я твой. Не будешь под гнетом людей. Говори ко мне, Бог, и я твой. Я совершу то, что ты мне скажешь. Я твой. Я твой. Я умоляю тебя! Живи в свободе! Живи в свободе! Живи в свободе! Я умоляю тебя! Ты рожден без лимитов! Живи в свободе! Я умоляю тебя! Ты рожден вне лимитов! Ты рожден самим Богом! Можешь себе представить, ты сын и дочь самого Бога. И твое сыновство не в этом теле, в духе. Аминь. Присядь. Тема не заканчивается, ее надо просто останавливать. Аминь.